Добрый день, меня зовут Сергей, компания RS Property. Сегодня мы в гостях у наших клиентов. Здравствуйте. Добрый день, я Нужан, меня зовут Нужан, и я 9 месяцев назад приехал в город Алания на постоянное место жительства, купил квартиру через очень хороших и отличных партнеров. Эта компания называется RS Property. У RS Property есть филиал, очень хороший, в городе Алматы. Я приехал сюда, и меня встретили очень хорошо. Меня даже встретил президент лично, его зовут Нихат. Вот сейчас я 9 месяцев здесь, мы сдружились. Это действительно очень умный, действительно очень хороший, отличный человек. В компании есть такой моторчик, это Людмила. Я тоже ей очень благодарен. По всем вопросам, к каким мы обращаемся, они так помогают, что я так думаю, это даже я не их не клиент, а я думаю, что это как бы даже продолжение моей семьи. Как вам здесь живется? Да, прекрасно. А вот вообще этот комплекс очень большой. Все в комплексе есть. Есть теннисный корт и футбольное поле. Все так зелено. Есть плавательный бассейн. В Алане нам с семьей очень сильно нравится. Во-первых, конечно, это природа, солнце, море. Очень тепло для детей здесь. Прекрасная атмосфера, плюс овощи и фрукты всегда свежие, очень, кстати, дешевые. Я очень рад тому, что я переехал сюда, в Аланию. По крайней мере, мой ребенок теперь фактически не болеет, потому что здесь круглый год тепло. Поэтому я желаю всем, кто хочет переехать в Аланию, приезжайте, не пожалеете. Насколько я знаю, у вас помимо Сельчуку еще есть квартиры, правильно? Да, у меня несколько квартир. Эти все квартиры мне помогла приобрести компания RS Property. Я не только их приобрел, мне еще, в принципе, RS Property помогло сдать их в аренду. Вот, это очень выгодно. Я думаю, что это выгоднее, чем держать на депозите. Мне очень понравилось. В принципе, по большому счету. Спасибо RS Property.